девочка, которая считает себя моделью 1,82 м. Которая пытается доказать, что она модель. Расскажи, Катюш, как тебе? Ну, у меня был такой трэш в Гонконге. Я вообще как бы летала сейчас только в Китай, в Гонконг. Опять должна возвращаться в Китай. И вот реальная история жизни моделинга. Ты приезжаешь по адресу, который тебе прислали, и тебе говорят, ну, тебе не сюда. Ты звонишь по номеру менеджера, которому, ну, который этим всем занимается. И он говорит, тебе на другую часть острова, куда можно добраться только на автобусе или на такси. А потом, ну, во время того, как ты туда добираешься, ты пишешь своему агентству, почему они не сказали, что локация поменялась. Они говорят, а почему ты сама это не узнала? Якобы ты должна была наперед уже знать. Да, нет, я должна была связаться как бы с клиентом, с ним поговорить, типа, вы знаете, да, я, короче, изначально предусмотреть эти все моменты, нюансы. Да, вы знаете, ребята, ну, я не знаю, как там мое агентство, но я, типа, должна это же знать, я должна этим разбираться. Агентство, ну, пусть они сидят там плюшки едят. Это ж вкусно, а мне нельзя. Пусть вместо меня они едят плюшки, мне ж худеть надо. А была какая-то крутая съемка у тебя там? Мне очень понравилась моя съемка в Гонконге, которая была типа для свадебного журнала. Она была невеста? В горах. Она была в горах, да, я была типа невестой, ну, в свадебном же платье, вот, как будто не невестой тогда. И она была как бы много цветочков, там речечка. И там было это в... Там где-то на камнях лежало, да? Да, там это была дамба, которая можно было там съемку провести только рано утром, потому что позже уже туда заливалась вода и уже превращалось в такое озерцо. То есть мы приезжали туда в 6 утра, быстро это все снимали, потом там... На рассвете, с туманом. Да, там, кстати, был очень красивый туман, это было очень реально красиво. Мне очень нравится эта съемка. А где это, скажи? Это было в Гонконге. В Гонконге? Да. Это на острове или это... Именно на острове, на часть... Он не же... помнишь, как остров назывался? Гонконг. Ну, как бы получается, вот это да, да. Он складывается из двух частей, типа Каолун, ну и самая богатая, типа, часть Гонконга. И вот это было, получается, все живут, и само метро находится ближе к Каолуну, то есть к материку. А вот эта съемка и вот как раз вот эта история, куда мне нужно было добираться, проходила на другой части, где живут всякие мажорные типочки. И... А Гонконг крутой? Классный? Я тебе понравился? Я обожаю Гонконг. Да? Там, конечно, ты прилетаешь, тесно. И там эта дорога, которая горы, да? Как... Да, но там получается, когда ты летишь, едешь с аэропорта, там больше видно не горы, а океанчик, там море, бла-бла-бла, водичка, кораблики, а потом уже начинается растительность. Ну, блин, мне нравится очень Гонконг, очень яркий город, который просто живет все время. Просто, блин, днем, утром, ночью. Ночью вообще очень ярко просто живет. Я не знаю, я обожаю Гонконг. Там, конечно, реально очень тесные модельные апарты. У меня комната реально была в длину... шага 4. В каком агентстве это было? Квесте. Квест. Шага 4, а в ширину шага 2. И там была двухэтажная кровать, которую, ну, я жила там типа с девочкой. Но все равно мне очень нравится Гонконг. Бывают такие апарты, где измеряется это шагами. Шагами. Два шага вправо, два шага влево. Я помню, как я маме фотографирую свою эту комнату, и мне мама говорит, а что ты за кладовки живешь? Я говорю, мама, это нормально. Ты еще не видела комнату, в которой живет моя подруга. Там еще, да, жестче? Да, там вообще был просто, блин, просто, не знаю, тупо кровать и все. А расскажи, какой people там, как вообще в целом? Не знаю, вот интересно. Мне не нравится, вот как я была вот в Китае, получается, мне сам не очень нравится. Но вот в Гонконге... Отличается да, существенно, очень, да? Очень отличается. У них вообще другой менталитет. Они вот люди как бы попроще. Китайцы, они вот такие, как бы, вроде они хорошие, но они ведут себя потом, ну, когда вот что-то такое, они любят там обмануть тебя на деньги, очень любят обмануть на деньги, это нужно реально смотреть. Люди из Гонконга, они себя считают китайцами? Нет. Нет? Нет. Почему? И когда ты говоришь, что они китайцы, они говорят, нет, я из Гонконга, я не китаец. А какая еще существенная особенность у них есть? Ну, я не знаю. Чем они выделяются? Может, внешность у них другая? Нет, внешностью они вообще не выделяются. Выделяется только то, что в Гонконге, получается, европейцев живет больше и
больше как бы смесей азиатов с европейцами. Екатерина. А так? Екатерина, вы теряете свою модельную... Я теряю свою модельную сущность. Про работы расскажи, какие были интересные. Ну, я в основном в Гонконге работала на бьюти, но было еще несколько фэшн-шоу. Не знаю, мне очень нравится работать на журналах, при том, что они там менее оплачиваемые, но как-то нету вот этой такой особо спешки. Люди вообще реально, мейкаперы все были приятные. Я не встречала в Гонконге неприятного мейкапера, они все были очень позитивные. А у меня была девочка, которая мне подарила для нанесения пудры, и сказала: «На, бери, чтобы тебе не портили кожу». Ух ты, да, как мило. Которую она мне, типа, красила, типа, она была вообще чистенькая-чистенькая, она только из пачечки достала, и потом, типа, после съемки она мне ее отдала. Класс. Да. Здорово. А с нами еще вот Катенька. Попытаюсь доказать свой статус модели. Внешним и внутренним своим образом и состоянием. Мой рост 1.80 м. Сразу, без плюсов, да. Без минусов. Катенька была в Корее, как да. тебе в Корее? Мне очень понравилось, только жаль, что я не заработала. Какое агентство? Model Directors. Ну, отношения очень хорошие, но работы предоставить они не могут. Я так считаю, потому что у нас кто-то работал, а кто-то нет. То есть да, была девочка Даша, ее так сильно агентство просило, прямо с декабря месяца она приехала, и у нее за месяц была всего лишь одна работа. За целый месяц. Да, и ее отправили домой. Уже ее материнское агентство попросило. А как ты считаешь, почему так происходит? Агентство выбирает модель, она прилетает, и потом у нее нет работы. Я не знаю, если честно. Как... С чем это может связано быть? Может, не ее типаж. Не ее типаж. То есть не серьезный подход самого агентства, да? Да. Ну, отношения относятся не очень хорошо. У меня был случай. Когда это была съемка для журнала, очень популярного в Корее, у меня в композитке было написано размер ноги 40-41. Я прихожу на работу, мне дают обувь, а там 37-38. И я такая: я не могу влезть. Они такие: это твоя работа. Я такая: ну окей, я попробовала, но никак. Она: окей, давай босиком. Я такая: хорошо, фотографируюсь. Я не знаю, что у нее там в голове так, но она подходит: уходи отсюда. Я уже ухожу переодеваться, она начинает на меня гнать: ты такая сякая, ты не модель, ты ничего не добьешься. Ну, то есть начинает так. Ну, а при этом как ты в состоянии, как ты возвращаешься к своему? Я думала, меня в агентстве там сейчас будут решать все. Но они такие, я расстроена, конечно, была, уже сижу в апартах, приходит первый букер, приносит две шоколадки. Но я не особо расстроилась. Нет, только не пройду. Да. Типа, я не особо расстроилась. Она такая: нет, ты расстроена, держи. И приходит букер мой личный, Су, и такая: на мороженое, на печеньки. Я такая сижу, я не ем это. Кушай! Успокаивает, да? Да. И тоже был случай, был кастинг, там много агентств было. И я тогда была худее, и я прихожу такая, уже отфотографировалась на кастинге, и директор агентства Юми смотрит на меня: ты очень худая, и такое отвращение прям в лице видно, такое. Аж страшно стало, что я так сильно похудеть смогла. Класс. То есть вывод такой: не угодишь вообще каждому. Один говорит: ты такая классная, ты такая прекрасная, так хочется с тобой работать. А второй говорит: ты такая жирная, ты такая толстая, ты такая сильно худая, ты вообще безобразная, как ты так сильно похудела? Моя одежда не на тебе висит. Одежда, ты не влазишь в одежду. Короче, каждому не угодишь на самом деле. Ну, Корея Корея сама по себе очень красивая. Красивая? Да. Мне что там видела? Где я была на Сеул Тауэр. Типа башня такая высокая. Угу. Там... Смотровая площадка, да? Да. Класс. Дорогую заразу. А была где-то в зоопарках или нет? Каких-то нет, ничего? Денег не хватило. Сколько давали покетов? 100 тысяч вон, это приблизительно $80. Это в неделю, да? Да. И этого мало? Ну, мне иногда не хватало. Ну, я знаю... Там фрукты дорогие, овощи, фрукты больше покупала. Я знаю, что если бы у тебя еще хоть одна была бы съемка, ты заработала бы там плюс $1000, да? Да, у меня работа, видео.
Да. Очень хорошая работа. Ну, 24 часа нужно было работать. И агентство, подряд? Да. И агентство это никак не нравилось. 24 часа без перерыва. Типа сказали, ну, типа с заказчиком пытались договориться, ну, дайте время на сон девочкам. Но они сказали, ну, мы пока это все настроим, все поставим, они успеют поспать. Они такие, нет, дайте им время на сон. И так получилось, что заказчик с агентством поссорился, и работу у нас отменили. Угу. Ну, обидно, потому что если бы... И вот так порой бывает, да. Когда из-за одной работы ты приезжаешь вообще, получается, на да. нуле. Но если бы я эту работу взяла, я бы покрыла минусы и себе бы хоть что-то заработала. Ну, а так? А можешь развеять миф? Некоторые девочки считают, что бывают, когда они должны после поездки еще агентству. Настолько, мол, залазишь ты в минус, что ты еще остаешься должна, и тебе нет. надо возвращать. Такого не нет. бывает, правда? В Азии такого только не бывает. Да вообще я такого нигде не слышал. В Европе может есть. Быть. Нет, именно по странам Азии. Ну, по странам Азии нет. Списывается. Просто и следующие, если три поездки ты не отрабатываешь минус, то агентство тебя больше не берет. Угу. Ну, мне кажется, это все равно обязанность агентства. Заключается в том, чтобы обеспечить тебя максимально работой. Ну, это да, но просто бывает такое, что, как бы, например, ты не берешь работу, потому что ты не в параметрах. Ты не берешь работу, потому что ты, ну, блин, на кастинге себя плохо показала. Ну, все зависит не только от агентства, то, что он тебе дает работу, дает кастинги. А все зависит, естественно, от модели. Это как бы получается 50 на 50. Как вот работа ну, для какого-то лукбука, все зависит от фотографа на 50% и от модели на 50%. Все остальное – это такие мелочные реально проценты. Макияж может модель себе и сама нанести, если она видюшку хорошую посмотрит. Ну, это так круто, когда приходишь на кастинг и 50% успеха уже, что ты его проходишь. А еще 50% зависит от твоего состояния, от настроения самого заказчика и с какой ноги я сегодня проснулась. Нет? У нас вообще, типа, приходит девочка, спрашивает, ну, у которой одна работа была за месяц, почему меня не возят на кастинги, почему у меня нет работы? Ну, ты должна краситься каждый день и носить каблуки. И она это каждый день делала до того, как они это сказали. Да. То есть, чтобы у них вины не было. Да, 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 да. Чтобы они такие хорошие, и елочки такие не каваи были. Всем поможем, всех спасем. Да. Ну, класс. В разборке закончились тем, что Даша оказалась не права, типа. Всегда они... модель не права. Да. Кто крайний? Если нет крайнего, мы его назначим. Это будет модель. Всегда это получается модель. А что делать? Модель же, это же просто манекен для них. Просто, нет, блин. А для меня модель это самовыражение. Ой, все, прекрасно. Господи, честно, это так мило. Ты представляешь, вот эти все дизайнеры, если бы не было моделей, как бы они представили свои вещи? Я вот это тоже никогда не могу понять. Мы это видим сейчас с бэкстейджа, то есть со стороны вообще внутреннего. Да. А на самом деле люди сидят первый, второй ряд. Они все созерцают, они начинают щелкать инстаграмить. Да, я просто вот это все... Это... Да. Ты подходишь к одной вот точке, просто вот на подиуме подходишь к одной точке, и тупо слышишь... Начинается вот это тупо как обстрел. Просто реально вот я иду на Гасановой вчера, иду и просто понимаю, что вот сейчас два шага, и начнется обстрел. И вот, блин, я еще такого звука не слышала до этого. Там реальный был обстрел. Телефоны, короче, все. Тупо на одной точке. И вот с этой точки уже понемногу все меньше, меньше, меньше. Уже возвращаюсь обратно. Выходит девочка на ту же точку. И опять слышу сзади этот обстрел. Просто это реально звучит как какой-то обстрел. Как тебе вообще состояние? Не, мне нравится. Я, кстати, ну, раньше я никогда не сидела в зрительном зале. И вчера с знакомыми, я вчера познакомилась с ребятками, они меня пригласили на показ «Шушан». Мы проходим по подиуму, а у меня тупо дрожь. Такое состояние, как ты идешь, да? Да, потому что я понимаю, что я как-то иду не так, что я уже привыкла идти по-другому, что я уже я иду не посередине. Это называется отождествление с
образом модели. Ты не можешь нормально уже даже приходить на показ. Да, ты не можешь нормально выйти на подиум. Ты уже полностью так. Тотально модель даже. Да. Ну, это очень интересное состояние. Да, класс. Блин, я не знаю, я, короче, еще минут так 20 стояла. Это 20, у Гасанова, минут 5. Да, ты вчера ходила? Да, у Гасанова. Ой, и ФЛ, и Алена. Там очень крутой образ был вообще. И получается, мощный. Когда я вот на Шушан там уже просто стояла, как бы уже как зритель, мы только вышли, еще ничего не началось. Я минут 5, может 10 просто стояла, смотрела на подиум. И вот такая, начинаю танцевать и понимаю, что, блин, а другой же момент, я этого не смогу сделать. Только сейчас и здесь. Да, просто только сейчас и здесь, или еще раз надо, придется туда выходить просто так. Но лучше выходить, естественно, как модель. Катенька, как тебе? Что? Каждый выход твой. Ну, сначала первый показ у меня такие нервы были. Вот Катя докажет, да. У нас с ней это было. О боже, да. О боже. Все, и я, короче, идет финал, и я так быстро шла, что девочки на ноги. Спешить начала, да? На втором показе уже лучше, но все равно нервничала. Ну, каждый раз. А сейчас первый, уже, да, вот порой? Так стою. Выходить, ага. Да, вот это вчера. Как естественная такая, да, уже? Класс. Да. С каждым разом все больше и больше, и опыта набираешься, и раскрываешься. Вообще нету. Страха нету, да? Макеева была такая фигня. Ну, девочка наша очень сильно переживает. Макеева уже... до сих пор, да, переживает, ее трясет. Она сейчас перед своим показом просто такая стоит. Очень я юная вчера... модель Макеева, 14 очень, лет. Да. 12-14. Я вчера выходила на очень скользких туфлях, и я не упала сегодня. Я выхожу на кроссовках, все будет хорошо. Я же... Ну, все будет же хорошо, правда, девочки? Все же нет, будет все хорошо. Будет, я говорю, Макеева, ты уже не первый раз выходишь, ты уже третий Fashion Days проходишь. Она говорит, не, ну все равно... И вчера, как бы перед показом, она стояла за мной, перед показом Гасановой, она все такая волнуется. Я просто вот так, как бы с покерфейсом уже стою, ну, показ, ну да, ну вот сейчас все настрою, сейчас ручками похрущу, все, я готова. Давайте выхожу. Еще ко модель мне, на опыте. Еще ко мне кто-то подходит, ты так руками хрустишь, как будто там выйдешь и кого-то убьешь. А я такая, сейчас ручками похрущу, шейку разомну, все будет хорошо. Макеева сзади стоит, о боже, а скользкие же туфли, а скользкие же туфли, а там еще так много людей, у нас еще макияж так блестит, о боже, а может у меня платье расстегнется, оно же может расстегнуться. А как мы шли первый раз у Гасановой? У меня ноги просто опухли, я даже в свою обувь не могла влезть, мне дали, я так, как босоножки я делаю, иду, а они с меня выпадают, я иду, ничего не вижу. Там же у нашей девочки Влады вообще, вот тут прикрыта грудь, а вот тут открыта, не стеснялась? Потом же у нее потом и да, эта часть и вторая. Упала. А у Лихмана обе части просто открылись, вот так, по-моему, или одна просто открылись. Одна. Ну, в общем, по поводу вчерашней Макеевой, она вот так стояла за мной, нервничала. Короче, уже начинается показ, буквально пару секунд, я уже стою и понимаю, что я уже тоже начинаю это нервничать. Передается. Да, это очень передается, как зевота. Ты можешь неосознанно ловить этот фон в пространстве просто. Кто-то начинает нервничать, переживать, и ты... Да. О, Господи, я же сейчас упаду. Где мои булочки, где мои булочки? Мама, мама, что случилось? Мама, дай пироженку, мне страшно. Представься, пожалуйста. Я Катя Шокин из Эго Моделс. Твой рост? 1.80 м. Это секрет. Это тайная информация. Я Катя Стригунова. И мой агентство Эго Моделс, самое главное, забыла. 1.80 м. А я Илья. Или Святин. Просто. Спасибо вам.